Ребята, всем привет! Также приветствую гостей моего канала. Немного расскажу гостям. Здесь я строю землянку в лесу и каждый этап строительства выкладываю на канале. Так что не проходите мимо, становитесь постоянными зрителями, впереди будет много интересного. Ну а сегодня у нас 9-й выпуск. Этот выпуск многое значит для меня, потому что я впервые в жизни своими руками выложил печь, не имея опыта в этом деле. В общем, прежде чем приступить к кладке печи, я долго искал подробную информацию, даже интересовался у своих знакомых, кто бы мне мог объяснить, как правильно от и до сложить рабочую печь. Но, к сожалению, полного понимания картины я не получил. Пришлось действовать интуитивно на свой страх и риск, но желание сделать рабочую печь было очень сильным. В итоге я решил сложить печь из шамотного огнеупорного кирпича, и тут же стал вопрос, где все это купить и как потом доставить все это в лес. Так как у меня своей машины нет, а на велосипеде более 300 кг просто так за раз не привезешь. Шамотный кирпич стоит дороже, чем обычный, кто знает. Я посчитал, что мне нужно было 80 штук примерно. И поэтому я решил его покупать БУ по объявлению. Дальше тоже было интересно. Мне нужно было найти для печи трубу, колосники, плиту, дверцу, металлические пластины и прочую мелочь. Вот, что-то я купил в магазине в строительном новое, а что-то опять покупал БУ. Например, вот дверцу и металлические пластины я выкупил с пункта приема металлолома. При этом мне нужно было сделать все это за один день. Арендовал я машину на сутки. И целый день мотался, закупал все эти материалы, со всеми договаривался, чтобы все за один день получилось у меня. И потом уже к вечеру, полностью груженный, я поехал в лес. И старался все это сделать по-быстрому и незаметно. В общем, печка получилась затратной не только в финансовом плане, но и в физическом. Но я все равно рад, что получил этот опыт. Надеюсь, что вам тоже понравится, как я ее сложил. А для кого-то, может быть, эта информация станет полезной. Поэтому, ребят, присаживаемся поудобней, смотрим видосик до конца. Приятного просмотра! Так, мы едем, везем кирпичи в землянку и трубы. Короче, жесть, ребята. По лесу на каршеринге. Это трындец. Ребята, стремновато, конечно. Но мы это делаем. Дай бог нам все это свершить без всякой запинки. Я, если честно, переживаю, как это все сделаю. Я просто в шоке. Все, всем удачи. Короче, ребята, вот кучу кирпичей привез. Надо теперь это все быстро разгружать. Где мои перчатки? Честно, я волнуюсь, как никогда. Но это нормально, поверьте мне. В таких ситуациях волнение по-любому будет. Немного, да будет. Все это я гружу в рюкзак. Потом на спину все. И еще кирпичи. Thank you.
рвется дверца. Так что придется демонтировать кирпич. Он уже практически взялся. Так. Жалко. Ничего, бывает. Не без этого. Кстати, ребят, есть подозрение, что вот это вот не огнеупорный кирпич я взял. Хотя мне заявляли, что он огнеупорный, так как я не знаю. Опыта у меня нету при выборе кирпича. Вот это, мне кажется, облицовочный. А вот это конкретно сейчас покажу. Вот он огнеупорный. Он без каких-либо признаков. Ну, просто слиток. Просто слиток. А вот это вот, мне кажется, это облицовочный. Он мягкий даже. И молотком, когда бьешь, он легко крушится. А этот не крушится. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Вот это огнеупорный, скорее всего, а это нет. Просто опыта нету, я не знаю. Но печку буду ложить из того, что взял. Вариантов у меня других нет. Ребят, в общем, это мой первый опыт кладки печи. Я ранее никогда этого не делал, поэтому понятия не имею, как у меня получится, будет ли оно у меня вообще работать, не будет. Поэтому пишите в комментах. Ну, если какие-то замечания или совет, дайте, пожалуйста. В принципе, кладу сейчас как запланировал у себя в голове. Больше вариантов нету, не вижу, не знаю. Ну, вот я ее несколько раз уже складывал просто так, посмотреть, что получится. Разбирал разные варианты, думал. Но выбрал именно вот этот вот вариант. Вот здесь у меня будет поддувало. Я планирую поставить тут кирпич. Вот так вот. Когда надо, там открыть, подоткрыть. В общем, такая конструкция пока. Делаю, как умею. Если печка заработает, значит, я молодец. Если не заработает, ну, значит, такой будет первый неудачный опыт.
очень, ребят. Забыл я положить раствор, чтоб колосники прикрепились. Пришлось разбирать все заново, ставить. Вот что значит, когда нету опыта. Вроде вышел из ситуации. Вроде все нормально.
Вот, ребят, смотрите, вот так вот вроде получается, но с виду неплохо. А на деле я не знаю, как она себя покажет. Ну что ж, будем продолжать доделывать. Сейчас буду ложить плиту. Ребята, в общем, я чуть-чуть проголодался. Хочу запарить бича. Вот кипячу воду себе. Как-то так. По-колхозному. Иначе никак.
Вот, ребят, что в итоге у меня получилось. Вот такая вот печурочка. Но я пока не знаю, рабочая она или нет. В общем, время покажет. Сейчас пусть она просохнет, а потом буду тестировать. Но, скорее всего, уже не сегодня. Времени у меня не так уж много. На нее я потратил целый день. Это мой первый опыт.